Вы смотрите новости онлайн. Очередной выпуск программы «Судьба человека» был посвящен покойному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. На программе ведущий Борис Корчевников расплакался во время просмотра видео с последним выступлением исполнителя. Оно состоялось летом нынешнего года. Дмитрия Хворостовского не стало в минувшую среду 22 ноября. В студию шоу пришли близкие певца, которые рассказали о его последних днях жизни. Одной из гостей стала писательница Лилия Виноградова. Она находилась рядом с ним в момент смерти. Именно Лилия Виноградова сообщила журналистам печальное известие и уведомила общественность о дате прощания с знаменитостью. По словам писательницы, в последние дни Хворостовский не говорил. Однако пытался открывать глаза и сжимать крепко руку. Виноградова призналась, что ей нелегко говорить о смерти друга перед публикой. Однако она решилась на это, чтобы рассказать правду. В ходе программы показывался ролик с выступления Хворостовского, состоявшегося 23 июня 2017 года. Певец, который на тот момент на протяжении 2 лет боролся с раком головного мозга, отлично исполнил свою партию. Этот момент растрогал ведущего программы Бориса Корчевникова. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!